О, бедный АК! Я знаю, что Ксюха у Forgotten Weapons была ужасная, но... это вообще самый ужасный АК, что я видел! Господи, это самый упоротый АК, что я видел! Нет. Нет, нет, это недопустимо. Ты держись там, папа уже близко. Всем привет! Сегодня я покажу, как собрать эту кракозябру. В первую очередь нам понадобится АП-01 в штатном исполнении с уже демонтированным внешним стволом, верхней планкой и целиком. Вместо штатного целика установим данную деталь. Она нужна для правильной работы затвора. Фиксировать можно теми же винтами от штатного целика. Далее установим внешний ствол с установленным цевьем. Фиксируем винтом М3 на 12 мм. В верхнюю часть ствола устанавливаем фальш-накладку. Теперь дооборудуем затвор. Поставим удлинитель, зафиксируем его винтом М5 на 10 мм. Переходим к боковым стенкам. Каждая стенка фиксируется к рамке ствола при помощи винта М4 на 10 мм. Далее установим колодку приклада, предварительно установив в нее адаптер для QD-антапки. Сюда впрессовываем гайку М5. Фиксируем адаптер с колодкой при помощи винта М5 на 35 мм. Устанавливаем колодку между двух стенок. Каждая из стенок фиксируется с колодкой при помощи трех винтов
М4 на 10 мм. Дополнительная фиксация стенок с рамкой пистолета производится при помощи винта М3 на 40 мм и гайки М3. Теперь установим защелку для крышки. Загоняем ее в пазы на колодке. При помощи пружины 5 на 15 мм и винта М3 на 8 мм устанавливаем вот эту деталь. Переходим к крышке. На крышку установим планку при помощи трех винтов М4 на 12 мм. Устанавливаем крышку на нашу сборку. Совмещаем отверстия на рамке. Зафиксировать крышку можно двумя способами. Либо используем два винта М4 на 10 мм, либо при помощи пина с диаметром 4 мм. А это монтаж оставшейся части адаптера для QD антапки. Поворотные части соединяются при помощи потайной гайки М5 и винта М5 на 30 мм. Сборка завершена. Также в архиве будут адаптеры и для других типов прикладов. Итоги таковы. Модель будет доступна в свободном доступе. Модель глушителя Гексагон и приклад, показанный в конце видео, адаптированы для данной сборки. Их можно найти и приобрести на моем Boosty. Также, если хотите поддержать канал, прошу делать репост данного видео, подписываться на канал, а также оформлять подписку на Boosty. Спасибо большое тем, кто уже поддержал канал материально и информационно. На этом сегодня у меня все. Всем здоровья, будьте живы и до скорого.